2018 года с я на велосипеде, все тут прогулку хорошую, где-то километров 25, наверное. Сейчас я окажусь в районе деревни Новые Луки. Тут у нас сильнейший ветер. Вот здесь сама деревня, тут этими зарослями. Ветер он какой на полях, прямо пыль поднимает. Все это спит. Проехал Великие Луки, уже возвращаюсь назад в Баранович. Речушка небольшая такая, заболоченная. Хотя можно немножко еще попробовать. Так. Интересно, если снять поближе, а то на видео вообще ничего не увидишь. Вот теперь видно, что это речка. Вот. Смотрим на карте, как она называется, я забыл. Наверняка бобры водятся, и рыба не должна быть. Вот такие вот окрестности здесь. Так, себя забыл. Сюда было ехать отлично, а сейчас такой ветер, что в два раза медленнее буду добираться.